Привет, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня обзор наших покупочек из каталога Oriflame номер 17. Не пугайтесь, это туши, их тут 30 штук, тушь 5 в одном, в красном дизайне. Это моя любимая тушь, и, конечно же, это любимая тушь всех моих подруг, родственников и клиентов, поэтому их так много. Не подумайте, что я такая жадина и взяла все для себя, конечно же, это на всех. В этом заказе у нас огромное количество новых каталогов, уже номер один, потому что январь тоже очень насыщенный месяц, и я хочу, чтобы мои друзья все посмотрели этот новый каталог, поэтому их так много. Что у нас в этом заказе еще в огромном количестве? Я буду прям так горстями показывать. Это смягчающие средства для губ. Мы их используем также для глаз. Везде, где есть сухость, чувство дискомфорта, то есть кутикула, коленочки, пяточки, локоточки в первую очередь, да, чтобы они смотрелись всегда ухоженно. Если высохли, например, вот здесь вот треугольник часто сохнет зимой, когда перепады температуры, носик шелушится. Это средство могут использовать и дети, и взрослые, вообще абсолютно все. Я знаю, многие женщины еще убирают себе морщинки мимические, потому что очень хорошее смягчающее средство. И пахнет очень вкусно. В этом заказе у меня очень много кондиционеров для ресниц и бровей, потому что я уже рассказывала, всем хвалюсь, как круто у меня выросли ресницы. Я и раньше знала, что он классный, но... Я такая лентяйка, ни разу в жизни не пользовалась им регулярно, чтобы и утром, и вечером, каждый день. И вы представляете, я решила отрастить ресницы и просто положила его в ванную. И каждый раз, умываясь, я его наносила. Через полторы недели мои ресницы стали огромные, пушистые, блестящие и одной длины. Поэтому в заказе три кондиционера для моих подружек. Здесь мои любимые тени. И серии The One. Я их использую как базу под тени, под сухие. И, конечно же, многие интересуются, поэтому заказали такие штучки. Подводка для глаз из серии Very Me. Кстати, подводка очень хорошая. Я ее люблю, безумно удобная кисточка, прекрасно держится в течение всего дня. И можно нанести как тонюсенькую стрелочку за счет того, что кисть очень удачная, и также такую выразительную для вечернего макияжа. Здесь у меня еще бальзамчик для губ. Это я взяла в подарок доченьке. Она очень любит всякие бальзамчики, поэтому я ее балую. Далее здесь у нас три крема. Кстати, тоже не ожидали, но крем оказался очень крутой, хотя и цена у него вообще копеечная. С макадамией. Три крема, это все под заказ. Потому что взяла дочке, попробовала сама у нее. Во-первых, она мне сказала: мама, крем классный, потому что у нее сейчас начала сильно шелушиться кожа. Я думаю, дай-ка я тоже попробую. Я попробовала, во-первых, он очень вкусно пахнет, во-вторых, он так классно ложится, растекается прям по коже лица и шеи. Мне понравился эффект. Конечно, не надо ждать чудес от таких недорогих кремов, но уход, поддержку и питание все равно мы получаем. Это все под заказ. Под заказ крем для глаз, для моей подруги. Он великолепно убирает мимические морщины, отеки и темные круги. Поэтому имейте в виду серии Optimals. Классный крем. Прям рекомендую. Это крем для лица и тела, тоже под заказ. Loving Care. Из новой серии. Тоже мне понравилась серия. Я брала себе практически все. Так, здесь у нас помада, тоже для дочки. Очень хороший цвет. И эта помада теперь... убрали из основной коллекции, она есть только в спецпредложениях, поэтому обращайте внимание, классная помада. Лак для волос для дочки, подарю ей к Новому году, потому что лаками иногда пользуемся, когда там делаем локоны, и чем он мне нравится, это профессиональный лак, он великолепно фиксирует кудряшки, укладку, но при этом нет вот тяжести и, соответственно, да, ничего не сыпется с волос. Настолько он классный. Смотрите, какой огромный флакон. Вообще он гигантский. И также в заказе у меня есть парфюмерная водичка Sublime Nature Tonka Bean. Потрясающий аромат.
Это новинка. И он у меня под заказ для подруги. Была очень интересная ситуация. Она просто забежала в гости на 5 минут, а я ей говорю: «Настя, зацени новый аромат, как он тебе?» И нанесла ей на запястье. Не прошло и полчаса, она мне перезванивает и говорит: «Это не аромат, это бомба, закажи мне такой, я тоже хочу». То есть, когда он раскрывается, у него такой богатый аромат, просто шикарный. Я вам тоже рекомендую обратить на него внимание. Excite Force, аромат от Димы Билана, я взяла подарок, пока не скажу кому. В заказе у нас два кондиционера для волос из серии Элио. Один для нас, один под заказ. Тоже моя знакомая просто сказала: «А как ты ухаживаешь за своими волосами? Покажи, чем ты пользуешься». Я говорю: «Ну, что тебя интересует?» Она говорит: «Я хочу напитать волосы, восстановить, чтобы они были блестящие, живые, как у тебя». Я говорю: «Я пользуюсь серией Элио, мне очень нравится, действительно, эффект очень классный». Вот в результате она заказала один такой кондиционер и один бальзамчик антивозрастной из серии Hair, профессиональный. Тоже я его очень люблю, и я не люблю одним и тем же пользоваться, постоянно чередую. Поэтому раз мой любимчик и Элио два. Далее несколько наборов. Рождественский пирог. В состав набора входит крем для рук и мыло. Я прямо сейчас открою мыло, мне не терпится посмотреть, как оно выглядит. Пахнет как вкусно. Вот такой пирожок, как пироженка выглядит. И нарисовано много-много фруктов. Я вижу здесь клубничка, маракуйя, еще что-то. Пахнет классно. Выглядит это мыло, как обычно мыло ручной работы выглядит, такое прозрачное. Я очень люблю такие мыла, поэтому ждала его с нетерпением. И сейчас мы попробуем крем, потому что это тоже для себя. У меня на кремы такая мания, я покупаю все кремы, которые выходят, потому что я их просто обожаю. И я считаю, что руки, ну, они отражают возраст. Сразу. То есть женщины обычно делают акцент на лицо, мажут кремами лицо, шею, а про руки зачастую забывают. Но ведь руки, а это наша визитная карточка, они должны быть всегда ухоженные, мягкие, красивые. Вкусно пахнуть, очень вкусный крем, и он прям легко так впитывается, мягкий. То есть я могу сказать, что он прям вот не жидкий, да, как лосьончик, но и не слишком жирный. Очень приятно, я люблю такие вот текстуры, которые ненавязчиво впитываются быстро и не оставляют следов таких жирных. Очень классный. Три набора под заказ. Под заказ пена для ванной, но открывать не буду, потому что это для клиентки, но выглядит красиво. Флакон вроде бы такой небольшой, такой обтекаемый, смотрите, какой оригинальный, но здесь 300 мл, то есть объемчик, ого-го, какой, и она... Ну, достаточно густая. Как показывает практика, наши пенки для ванны всегда очень такие насыщенные. И пена, если ее правильно делать, то есть взбивать в самом начале, сильно взбить и добавить воды, то она очень долго держится и отдает прекрасный аромат. Так, далее продолжаем двигаться сюда. У нас в заказе это для дочки тоник с алоэ. Заметила, что у нее заканчивается. И... крем для рук с облепихой. Это тоже под заказ. И вот, кстати, я заметила, пропустила два крема. Тоже у меня заказала клиентка целую серию. Три. Это серия от пигментации. Дневной, ночной крем и крем для глаз. Очень хорошая серия. Я рекомендую всем, кто хочет избавиться от пигментных пятен, от веснушек. Сейчас как раз вот то время, когда нужно особенно осветлить кожу. Потому что летом будет сложнее. А сейчас самое то. Поэтому выписывайте смело. Работает на ура. И в заказе у нас для подруги омега-3 детская. Уже постоянные заказчики у нас есть. Два коктейля, ванильный и клубничный, один нам, один для Мишиной мамы, и три пачки витамин для нас. Дочке, ой, сейчас, маме, дочке, папе, Мише, для всех, потому что здесь в каждой пачке по 21 саше
витамины. И нужно пить каждый день, потому что витамины не накапливаются в организме, а нужны нам постоянно, чтобы мы были здоровые, красивые, ухоженные, успешные, и чтобы нам всегда во всем было хорошо. Вот такой вот заказ, всего на 500 баллов, и еще я выписала наклейки, и мне пришли в подарок наклейки. Очень прикольные, в новогодней теме, я их буду добавлять на подарки, наклеивать. Красивые, рекомендую вам как идея, чтобы подарки были, ну, более душевные, что ли, так сказать, уютные, комфортные. И еще раз поздравляю всех с наступающим Новым годом и желаю, чтобы в новом году все ваши желания исполнились и Новый год был еще лучше, чем тот, который уходит. До встречи в новых видео! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока!